Так, потерялось мое видео. Привет всем, это исследователь, обзор еды интересный. Я стал зум использовать и потерялся ролик. Ну, давайте сначала. Шотландский виски сделан в Москве, разлит в Москве. Более-менее 200 рублей, дистиллят, неплохой вкус, башка не болит, нормальный напиток. Покупайте штрих-код. Вот. Так, на этом все. Килька так себе средненькая, 60 рублей исключен, но на любителя. Я бы, ну, не стал бы покупать. Ничего особенного. Не мусор, но и ничего особенного. Мандарины 60 рублей. Цена на уровне картошки. Мытая картошка 60, 70, даже рублей 80. 60. Нормальные, без дефектов. Единственное, видите, желто-оранжевые, как я понимаю, недозрели немного, но они в нормальном состоянии. Нормальном. Примечательные цены. Обычные мандарины, даже без косточек, по-моему. Вот, не знаю, где выращены, тут что-то не написано, Марокко или что. Так, ну цена 60 рублей, прям, ну как зимой дешевле помидор, огурцов, они все по 150, по 200, 60 рублей, ешьте мандарины. Так. И, в общем-то, все. Еще у меня есть помидоры, но, наверное, я в следующий раз сниму. Ну, скажу, чтобы не забыть. Помидоры 35 рублей, апельсины 45. Зимой это отличная цена, без дефектов. Вот, я заканчиваю ролик, блин, опять потерял первую очередь. Ну да ладно, потерял и ладно. Так, вот виски. Это маленькая бутылочка. Вот, 40, 250 грамм, миллиграмм. Вот, на этом все, до свидания, подписывайтесь, ставьте уведомления. И до следующего ролика стрима. И находите что-то тоже интересное. Ну или смотрите так другие ролики. Всем пока.